Абдулов. Галиев. Чудинов. Семенов помогает. Но вообще вот этот пятерка Акбарс смотрится очень здорово. Ну и наброс от синий. Гол 1-0 забивает Василий Токранов. С кистей. Может, не очень сильно, но зато очень точно. 1-0. Возможно, там был рикошет после броска Василия Токранова. Но в любом случае Акбарс до этого нанес несколько бросков от синей линии. Какие-то шайбы были подправлены. С какими-то шайбами справился Рибер. Но вот эта шайба влетела в сетку ворот.